Онкологические заболевания представляют собой обширный и разнородный класс заболеваний и являются системными и затрагивают все органы человеческого тела. Ни одно возможное заболевание не вызывает столько страхов и мифов, как злокачественное новообразование или рак. Зачастую онкология воспринимается пациентами как смертный приговор. Однако в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к гибели человека. Более половины всех пациентов благополучно излечиваются, и люди забывают о перенесенном заболевании навсегда. Несмотря на значительные успехи в лечении онкологии, все же данная патология характеризуется с достаточно высоким уровнем летальности, и, безусловно, для успешного лечения требует к себе самого пристального внимания высококвалифицированных докторов и грамотно подобранного лечения. Выпущенный нами препарат Новосарк представляет собой метод иммунотерапии для перепрограммирования Т-лимфоцитов в потенциальных убийц раковых клеток. Также метод позволяет реализовать создание молекулярного выключателя, с помощью которого можно регулировать время и силу действия активированных Т-клеток. Инновационный метод закладывает основу для резкого сокращения серьезных, иногда и смертельных, побочных эффектов, вызванных терапией онкозаболеваний. Раковые клетки часто делаются практически невидимыми для иммунной системы, и они образуют микросреду, которая подавляет активность и миграцию Т-клеток. Для того, чтобы сбросить мантию-невидимку с опухолевых клеток, Т-лимфоциты надо не только активировать, но и придать им способность прицельно узнавать опухолевые клетки. Этому способствует применение препарата Новосарк. К тому же Т-клеткам придается устойчивость к иммунодепрессии для увеличения выживаемости или облегчения проникновения Т-клеток в опухоль. В итоге в организме образуются высокоактивные наемные убийцы раковых клеток. Иммунотерапия опухолей в некотором смысле парадоксальная область в медицине. Уже несколько десятков лет она является одним из самых модных и интенсивно развивающихся разделов экспериментальной онкологии. Поразительные результаты клинических испытаний блокировки тормозов иммунного ответа положили начало новой эре в лечении рака, в которой иммунотерапия отведена, безусловно, одна из главных ролей. Будьте внимательны к своему здоровью и своевременно реагируйте на любое подозрительное состояние вашего организма. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!